Москве будет закончено строительство центра экстремальных видов спорта. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. Пресс-служба Департамента градостроительной политики Москвы со ссылкой на Сергея Левкина сообщает, что до конца нынешнего года в Люблино собираются закончить строительство центра экстремальных видов спорта. Уточняется, что объект находится по адресу улица Ставропольская, владение 41, строение 8. По словам Сергея Левкина, в здании расположатся серфинг-тренажер, аэродинамическая труба, гимнастический зал, буфет и зоны предполетной подготовки. В сообщении также говорится о том, что будет благоустроена и прилегающая к центру территория. На этом у меня все. Следите за новостями столицы и не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!